Всех приветствую, уважаемые дамы и господа, меня зовут Марк Марцинковский. В этой презентации мы поговорим с вами о компании Global Intergold. И начну я с того, что объездил я очень много стран. На данных слайдах вы видите, что я был в Мальте, в Монако, в России, во Франции, в Италии, в Таиланде, в Барселоне, в Китае. И все это ключевой аспект именно благодаря компании Global Intergold. Я не зря это говорю, потому что многие люди хотят зарабатывать удаленно. Многие люди мечтают, чтобы у них был просто интернет-ноутбук, и они зарабатывали, главное, честно, легально деньги. Речь пойдет сегодня у нас про бизнес, который когда-то изменил мою жизнь, надеюсь, изменит и вашу. Итак, самое главное, фундамент, с чего все начинается, это, естественно, с продукта. Ведь нормальная компания имеет какой-то уникальный продукт. Продукт, которым можно гордиться. Так вот, компания Global Intergold работает с реальным физическим золотом. Этот продукт, который знают все, который уважают все, который ценят все. И ни для кого не секрет, что от времен фараонов по наши дни, у кого есть золото, у того всегда будут деньги. Золото – уникальный продукт, золото не портится, золото постоянно требуется миру. Золото – это всегда гарант вашей безопасности, потому что если у вас есть золото, вы всегда можете пойти его и продать. Золото абсолютно в любом месте могут принять, так как это валюта, которая не нуждается в представлении. И работать с таким продуктом – великая честь. Потому что мы рассказываем с вами, дорогие коллеги, не просто про какие-то БАДы, порошки, какие-то электронные программки, про что-то еще. Это реальный продукт, который знают все, уважают все, ценят все, и мы работаем именно с ним. Итак, Global Intergold – это интернет-магазин по продаже реального физического золота. И любой клиент может зайти на сайт, оформить себе покупку и доставку. Выглядит это следующим образом. Вы зарегистрировались, зашли в интернет-магазин, купили себе любой из слитков, положили в корзину, оформили, оплатили, получили ваше золото. Золото – это настоящие деньги на протяжении тысяч лет. И наша компания Global Intergold работает с очень известным предприятием, которое называется Nadir. Nadir – это турецкий завод по производству золота, который известен уже больше 50 лет. Это древнейшее предприятие, которое продает огромное количество золота, и это действительно очень авторитетный партнер компании. На данной картинке вы видите, что есть разные клиенты из огромного количества стран. То есть вы видите корейских партнеров, российских партнеров, Норвегия, Индия, Уругвай, Латинская Америка. Видим клиентов с Малайзии, с абсолютно разных точек мира. На протяжении очень долгого времени компания продает свой продукт, и все клиенты, кто получил золото, еще никто пока не жаловался. Сама компания работает уже 8 лет. Это большой холдинг. Главный управляющий офис находится в Лондоне. Также есть офисы в Мюнхене, в Мексике, в Мехико, в Барселоне. Сейчас также открывается офис в Дели, в Индии и в Бразилии. Итак, любой клиент может просто покупать золото или зарабатывать его бонусами. Что это значит, дорогие коллеги? Это значит, что, конечно, просто так купить золото – это круто. Это интересно, это всегда выгодно. Но еще интереснее – это золото получать бонусами. То есть, проделывая определенную работу, делая рекомендации, можно это золото получать намного больше, и, что самое главное, не платя за него. Как же это работает? Но прежде чем я вам это расскажу, я вам еще докажу, что эта компания более чем легальная и авторитетная. Ижбанк – это один из партнеров компании. Ижбанк – это государственный банк Турции. И этот банк работает непосредственно с Global Intergold. Сегодня многие компании, в частности, огромное количество финансовых пирамид, используют различные платежные системы, разные там другие вариации финансовые, да. Но нормальная, легальная компания, уважаемые коллеги, работает с надежным и проверенным банком. Global Intergold работает с Ижбанк. Это действительно очень авторитетный ресурс, это глобальный ресурс, который позволяет, еще раз нам убедиться,
убедиться в надежности и легальности компании. И еще один банк — это Santander. Это топ-10 банков мира. Это испанский банк, который работает во всем мире. Также он даже работает в США. И это топ-10 банков мира, уважаемые коллеги. Недавно, например, была Лига Чемпионов, играл Ливерпуль и Наполи. Этот банк был спонсором Лиги Чемпионов. То есть вы понимаете уровень компании. Если мы хотим работать надежно, если мы хотим зарабатывать и строить бизнес честно, то мы должны понимать, что наш самолет, в который мы садимся, мы должны быть уверены, что он надежен. Так вот, Global Intergold, уважаемые коллеги, это надежная компания. Итак, вы делаете предоплату и получаете вот такой вот счет. Соответственно, это пример Turkish Bank, если он SWIFT-перевод, сумма и так далее. То есть берете эту квитанцию, идете в банк и оплачиваете ваш заказ. Но самое интересное, как же заработать ваше первое золото? У нас в бизнесе существует несколько видов маркетинга. Всего в мире их существует три. Это бинар, линейка и матрица. У нас они есть абсолютно все. О чем это говорит? О том, что если работать профессионально и строить бизнес грамотно, то можно получать очень много денег. Итак, как же заработать первые 130 грамм золота, которые стоят 4500 евро, заплатив при этом 900? Согласитесь, неплохо. Заплатив всего лишь 900 евро и получить 4500 евро, то есть в 5 раз больше. Как же это сделать? Итак, у нас в бизнесе существует несколько программ и несколько способов предоплат. То есть есть минимальные, там 275, есть максимальные. У меня самая большая инвестиция была 40 тысяч евро в команде. Но мы советуем, как профессионалы, если вы хотите, опять же, зарабатывать быстро, много и сразу, стартовать минимум с 900+. 900+ – это самая лучшая программа, которая есть на сегодняшний день. Эта программа позволяет вам инвестировать и зарабатывать уже за первые свои активные действия очень солидные и хорошие деньги. Давайте же рассмотрим, сколько можно заработать. Итак, во-первых, на что идет эта предоплата? Первое, 450 евро. Вы оформляете предоплату на заказ набора инвестиционных слитков. То есть это предоплата. Общая стоимость набора 7000 евро. Вы сделали предоплату, попали в маркетинг. Далее, ценные бумаги. Про них я чуть позже более детально расскажу. Но сам смысл, что купив ценные бумаги, вы уже зарабатываете. То есть вы уже имеете актив, который растет в цене. Забегая вперед, скажу, что наши ценные бумаги выросли за 9 месяцев практически в 3 раза. Как вам, друзья, такой рост? Это никого не приглашает, ничего не делает. То есть, но здесь вы создаете такой симбиоз, да, такие две мощные колонны. Делаете предоплату на заказ набора реальных золотых слитков и покупаете ценные бумаги компании, которая стоит на сегодняшний день по оценочной стоимости 850 миллионов евро. Итак, что же происходит далее? Вы попадаете вот в маркетинг. Я сейчас не буду детализировать, поэтому будет отдельная презентация на этом канале. Смотрите, как работает прям детальный маркетинг. Я покажу вам цифры сразу. Итак, вот где написано «Вы попали в маркетинг», встали сразу в бинар и в матрицу. То есть одновременно два маркетинга. Дальше. У вас появляется в первой линии два клиента. Мы сейчас не говорим, что я понимаю, многие клиенты делают и 50 рекомендаций, и 100 рекомендаций. Например, у меня лично больше 100 рекомендаций. То есть мы говорим сегодня про минимум. Да? То есть самый минимум, сколько можно заработать, приложив при этом минимум усилий. Потому что два клиента, коллеги, это очень маленькая работа, поверьте мне. Итак, сделали две рекомендации и помогли своим двум клиентам сделать то же самое. То есть от 6 до 8 человек у вас в команде, и вы зарабатываете сразу 1500 евро. 1535 евро. 515 евро вы зарабатываете с ценных бумаг с фрактала, то есть с этого бонуса. И 1020 евро получаете с закрытой секции в матрице. Дальше. Если к вам в структуру прибавляется 4 человека, это не личных, это вообще, вы зарабатываете, друзья мои, уже 3015 евро, то есть в 2 раза больше. Всего лишь 4 клиента стало не у вас лично, а просто вы поработали со своей структурой, и вы зарабатываете уже больше 3000 евро. И если еще 4 клиента у вас появляется в структуре, то ваш заработок составит уже 4500 евро. То есть практически в рублях, если считать сейчас, это примерно 400 тысяч рублей. Что вы сделали? Две успешные рекомендации помогли своим клиентам сделать то же самое и помогли им. Это можно сделать за
Кто-то делает за один день, кто-то делает за неделю, кто-то делает за месяц, кто-то делает за 3 месяца. Но даже предположим, что вы работаете уж очень медленно, и за 3 месяца вы заработали 4,5 тысячи евро в реальном золоте, это тоже, согласитесь, неплохо. Дальше. Все бонусы вы получаете в золоте, то есть вам не приходят деньги, вы получаете все продуктом компании. Но есть очень важный аспект, что этот продукт компании вы можете продать обратно в интернет-магазин. Это делается одним нажатием мышки, и вам не нужно никуда ходить, ни в какие ломбарды, ничего продавать, соответственно, самому бегать на улице не нужно. То есть вы нажали кнопочку, продали ваше золото и можете на вашу банковскую карту выводить деньги. Я повторюсь, коллеги, банковскую карту. Вам не нужны никакие там платежные системы, что-то еще, бегать там, что-то обменивать, нет. Вы официально получаете ваше вознаграждение. Также это вознаграждение не облагается налогом, то есть это бонусная программа. Бонусная программа не облагается налогом ни в одной стране мира. Об этом можно более подробно почитать, я в следующих презентациях про это тоже обязательно расскажу более детально. Итого, у вас прибыль 4,5 тысячи евро в золоте, то есть сделали предоплату 900, подстраховались в ценных бумагах, у вас уже есть актив, который растет, и даже если вы никого не позвали, вы имеете ценные бумаги, которые растут, а если вы чуть-чуть даже поработали, вы можете заработать уже вот такую вот сумму. Вот так вот выглядит это реальное золото, это мой паспорт, я сам забирал по одному из офисов компании эти золотые слитки, здесь примерно на 30 тысяч евро у меня золото, то есть все реально, все работает, деньги настоящие, золото реальная компания платит и работает, дорогие коллеги, уже больше 8 лет, это говорит о том, что компания гарант вашей безопасности и надежности. Итак, давайте мы рассмотрим более глобальный вариант, потому что многие люди хотят зарабатывать много, и это правильно, потому что бизнес строить ради того, чтобы заработать так же, как на обычной работе, нет смысла. Мы должны двигаться вперед, должны зарабатывать много, поэтому давайте рассмотрим такой вариант. 40 тысяч евро. Итак, это ровный килограмм золота, примерно. То есть, что нужно сделать? Это всего лишь пройти 8 циклов, про которые я говорил до этого, 16 человек. То есть, 16 человек у вас в команде, у вас подписалось. Не у вас лично, я повторюсь. У вас может быть в первой линии 2 клиента, 2, 3, то есть, ну, минимум мы берем, да? И вы прошли вот таких вот 8 циклов, то есть, получили 4,5 тысячи евро. Ну, предположим, что вы делаете это каждый месяц. Ну, то есть, на 10 месяц не пройдет и года, и вы уже можете купить квартиру в Турции. Это очень и очень, дорогие коллеги, серьезно я вам скажу. То есть я в этом бизнесе 6 лет и зарабатываю, я здесь постоянно. Но если вы скажете, хорошо, без проблем, но если я не хочу никого приглашать, если я богатый человек, например, у меня есть деньги, которые я хочу просто проинвестировать, уважаемые коллеги, без проблем, у нас такой вариант тоже есть. До этого я рассказывал вам про ценные бумаги и сейчас на этом более детально сакцентирую. Ценные бумаги – это деятельность, которая регулируется государственными финансовыми надзорными органами. То есть, проще говоря, нелегально выпустить ценные бумаги невозможно. То есть, ценные бумаги хранятся в депозитарии, и компания достигла очень высокого уровня, работая 7 лет просто по продаже инвестиционного золота, и вышла на этот уровень. То есть, ну, понимаете, что чтобы выпустить свои ценные бумаги, нужно, во-первых, быть очень авторитетной компанией, потом пройти кучу там юридических аспектов и так далее. То есть компания это сделала. И, коллеги, они выросли уже за 9 месяцев практически в 3 раза. Это очень и очень хороший рост. И согласно закону, почему я хочу про это рассказать, сегодня очень много разных финансовых пирамид, обманов, лохотронов, кидалово и прочего. И очень многие сегодня говорят, вот давай проинвестируй к нам в компанию. То есть, а я спрашиваю, а во что инвестировать? Так вот, коллеги, согласно закону, инвестировать можно в ценные бумаги, в землю и недвижимость, предприятия как имущественные комплексы, банковские счета и вклады. Все. Мы подходим, соответственно, под первый пункт. То есть мы инвестируем легально. И мы, это, чтобы вы понимали, существуют разные пакеты, минимум 450 евро, максимум не ограничено, то есть у меня клиент заходил больше, чем на 39 900, то есть можно просто вручную покупать. Здесь пакет, по сути, это просто как бы, ну, формальность, да, то есть, потому что есть функция в кабинете, на любую сумму, практически на любую сумму вы можете докупать себе ценные бумаги. Вот просто несколько примеров разных компаний. Вот Facebook, во сколько раз выросли их акции, если бы вы купили их, там, не знаю, 5 лет назад, сколько бы вы заработали. Компания Apple, очень постоянно идет рост акций. Представьте, что вы бы купили Apple в самом начале, сколько бы вы заработали. То есть там они выросли, коллеги, там, не знаю, больше, чем 10 раз. Это турецкая компания, Petrol Plastic, тоже видим.
то есть она не такая известная, но в мире, да, то есть вот уже смотрим, в 2014 году сколько рост и сколько сейчас, то есть рост идет постоянно, то есть и клиенты, кто покупал их сначала ценные бумаги, когда они стали акциями, они, конечно, заработали очень хорошо. Так вот, Global Hunter Gold торгует реальным золотом и выпускает свои ценные бумаги, вы понимаете, если на начальном этапе, если их покупать, то, конечно, вы будете зарабатывать. Итак, дальше, также есть очень интересная тема, как кэшбэк, то есть любой клиент после инвестиций может получить бонусы. Как это работает? То есть, когда клиент покупает ценные бумаги, ему начисляются токены. Токены — это как фишки. Ну, например, пришли в продуктовый магазин, купили продукт, вам начисляют бонусы. Накапливаются эти бонусы, можете получить что-то в подарок. Здесь похожий принцип. Купили ценные бумаги, компания начислила вам токены. И от комбинации этих токенов получаете обратно кэшбэк. Ну, вот пример. На 6000 евро клиент купил ценные бумаги. Через сутки он получит 3000 евро назад кэшбэком. Чтобы вывести эти деньги, нужно, как бы они делятся, да? 1500 евро мы докупаем ценные бумаги, и на 1500 евро вы можете их вывести. Итого, у нас 7500 евро в ценных бумагах и 1500 евро на руках. Как вам, ребят, такой кэшбэк? То есть, где вы такой кэшбэк еще видели? Плюс, ваши ценные бумаги до 2020 года вырастут, и вы еще заработаете с этого очень хорошо. И еще один пример, то есть если наши ценные бумаги вырастут до 300 евро, и у вас будет 3333 акции уже к концу конвертации, а конвертация в 2020 году, то вы заработаете 1 000 000 евро. Вот они, реальные большие деньги. Итак, почему же они растут? Ну, понятно, что компания продает золото, то есть компания сотрудничает, как я уже говорил, с заводом Надир, то есть и за счет продажи своего продукта, чем больше он продается, тем больше идет рост. Также это новые, например, подключает компания платежные системы, то есть это банки, именно мы говорим сейчас про банки, это вызывает доверие компании, и также они растут. Также Global Hunter Gold — это маркетинговая программа, которая позволяет через сам маркетинг реализовывать продукты. Опять же, это очень важно понимать, потому что замотивированные клиенты, которые делают рекомендации, они приносят очень большой доход компании. И в перспективе компания ставит себе добычу. У компании очень много целей, но одна из таких главных целей – это сделать собственную добычу золота. Также все клиенты получают на руки сертификаты о владении своими ценными бумагами. Это из депозитария, свой персональный номер с печатью. И вот вам пример моего заработка, 2 миллиона рублей, это заработок за один день с момента старта вот этой программы. То есть, да, мы понимаем, что здесь масштаб финансов очень и очень большой. Это, коллеги, говорю сразу, через маркетинг, про который я говорил, программа 900+, когда в совокупности у вас заходят разные клиенты, инвестируют разные суммы, но минимум они заходят туда и туда, и на золото, и на ценные бумаги, у вас получаются очень хорошие бонусы. То есть в маркетинг это все вписано. Плюс я не рассказал еще про один бонус, самый главный и самый крутой. Итак, если вы не... Какой итог, да? То есть даже если вы никого не позвали, то все равно ваши ценные бумаги растут, и вы зарабатываете. То есть если, например, вы стартовали на тоже 900+, по маркетингу решили активно развивать бизнес, ну, допустим, вы это делаете либо медленно, либо вообще перестали этим заниматься, без проблем. То есть ваши ценные бумаги растут, и вы все равно зарабатываете. Итак, самый главный бонус компании, с которого можно получать максимум дохода, к чему нужно стремиться. Потому что вначале я сказал, что есть бинар, это ценные бумаги с маркетингом, матрица по золоту и лидерская карьера. Лидерская карьера – это постоянный пассивный доход за любые финансовые операции в команде без ограничений по уровню. То есть какой бы клиент у вас что бы ни купил, вы будете получать бонус. Лидерская карьера – это самый большой доход в компании, и лидер должен получать много. Я думаю, с этим вы полностью согласны. Если вы активный человек, и вы активный лидер, вы пришли в этот бизнес, чтобы не просто сидеть и ждать, а пришли сюда, чтобы зарабатывать много постоянно, то вы, дорогие коллеги, будете получать здесь очень большие деньги. На этом, в этом я сам лично убедился и убеждаюсь, друзья, вот ежедневно. Лидерская карьера – это главное, на что вы должны акцентироваться. Лидерская карьера – это самые большие деньги. Лидерская карьера может уже сейчас сделать вас, в кавычках, пенсионером, чтобы вы получали пенсию ежедневно, пассивный доход вам капал. Как же в нее попасть? Итак, что нужно и сколько вы заработаете, когда станете лидером первого уровня? Итак, на самом деле все очень банально просто. Первое, вы получили 4500 евро по программе 900+. Дальше, вы сделали 2 клиента.
У вас есть всего лишь два человека, хотя, говорю, у вас их может быть больше, у меня их больше 100. Сделали 2 рекомендации, помогли своим клиентам получить вознаграждение 4500 евро. Вот он смысл команды. Без команды не будет развития. Помогли, активировали, сделали. Супер. Дальше задача помочь этим двум, чтобы у них было тоже по 2. Все. Вы заработали 4500, ваши 2 клиента и их 2 клиента. То есть всего в структуре 72 человека. Это не личных ваших, а вообще всего в структуре. Я знаю клиентов, которые выходили в лидерскую там за несколько дней, когда у них была команда, сразу заходили в команду. Знаю людей, которые выходили за месяц, за 2, за 3, но выходили, выходят и будут выходить. То есть клиенты здесь зарабатывают. Но самое главное начинается, друзья, когда вы становитесь лидером. Также есть пример. Также можно выйти во фрактале, в программе «Фрактал по ценным бумагам». Если у вас есть заказ на 1800 евро, и у вас в первой линии есть 3 клиента по 1800, и у них по 8 клиентов по 1800. Еще раз. В первой линии у вас 3 клиента по 1800, и у них команда у каждого по 8 человек. Поняли, да? Но это, скажу, сделать сложнее, нежели выйти в лидерскую вот так. Потому что помочь двоим быстро получить вознаграждение и их двум намного проще, чем когда у вас 3 активные ветки, и там сумма инвестиций, видите, в 2 раза больше. Но здесь тоже это реально, но легче, вот как я говорил вам, с первым уровнем. Даже когда просто вы идете к лидерской карьере, просто поставили себе задачу туда выйти, помогаете своим людям, и у вас их всего лишь 2, хотя, говорю, уважаемые друзья, это редкость, потому что обычно у активных людей больше, чем 2 клиента, вы заработаете 7500 евро еще бонусом, просто открыв этот бонус, открыв лидерскую карьеру. Вот простой пример, сколько я зарабатываю. Это один из моих скриншотов. Вот, например, видим третьего клиента слева. Да? Масхаб, видим его сумму инвестицию 9000 евро. Я получил с него сразу 800 евро. То есть вот мы видим, за день примерно накапало 1000 евро. То есть это немного, учитывая, что есть и бинарный бонус, про который говорил Фрактал, и матрица, образно, проще говоря, программа 900+. Ну вот еще один из примеров. Тут тоже разные клиенты. То есть видим, приходит и 40 евро, и 30 евро. Евро 13, это 72. То есть постоянно чего-то приходит, постоянный пассивный доход. Вот именно к этому нужно стремиться. И в лидерской карьере есть 15 уровней. То есть с 1 по 15, когда вы только попали в нее, попали на первый. Как это работает, рассказываю простым, понятным языком. Там есть сложная формулировка. В описании я попытаюсь донести простым. То есть, грубо говоря, на каждом из уровней на второй ступеньке получаете больше, чем на первой, на третьей больше, чем на второй, и так далее. То есть, чем выше вы по карьере, тем больше получаете денег за одни и те же финансовые операции в вашей структуре. То есть, смотрите, например, на первом уровне вы получите там с 1000 евро, у вас в команде будет инвестиция, например. Причем, повторюсь, это у вас может быть клиент, у него клиент, у него еще клиент. Так, там, не знаю, 25-е поколение. Он, например, получил бонус 1000 евро. Вот, и вы с него получаете там 30 евро на первом уровне. А на седьмом получаете уже практически 100. Понимаете, то есть разницу. И как же расти по этим уровням? Все очень просто. То есть за каждую вот операцию, например, клиент купил ценные бумаги, либо получил бонус золота, либо купил золото, вы получаете единицы, так называемые карьерные единицы. И чем больше у вас этих единиц, тем выше вы поднимаетесь. Соответственно, есть определенная формулировка, на ней не буду сейчас акцентироваться. Проще говоря, чем больше у вас финансовых операций в структуре, тем выше вы по карьере. И здесь очень интересный момент, как построить, вот, даю вам сразу такой шаг, да, опять-таки работать на команду, да, то есть вместе с командой. То есть вы, представьте, вышли на второй уровень, помогли сделать одного лидера, встали на третью ступеньку, перешли, помогли сделать еще одного лидера. В первую линию у себя. Перешли на четвертую, еще одного лидера. И так, дойдя до 15 уровня и сделав 15 лидеров, вы заработаете 36 миллионов 400 тысяч евро. Это деньги, вписанные в маркетинг-план. Заработаете вы их, конечно, не сразу. Сказки я рассказывать здесь не буду. И кто вам скажет, что вы будете миллионером за неделю, можете с таким человеком попрощаться. У нас тут сказок нет, иллюзий нет. У нас реальный и серьезный бизнес. Но эти деньги вписаны в маркетинг-план. К этим деньгам нужно стремиться. Эти деньги можно заработать. Также, помимо этого, есть в компании, естественно, хорошие подарки. Мы видим Rolex Steel, стальной Rolex, путешествие в Дубай. На 2 персоны Rolex золотой, примерно стоимостью за 50 тысяч евро. Он сделан полностью из золота. Mercedes E-класс, Mercedes GLE-класс, золотая карта 300 тысяч евро, 1 000 000 евро и 3 000 000 евро.
миллиона евро. Вот вам, друзья, еще одна мотивация, к чему можно и нужно стремиться работать в этой компании. Также в компании постоянно проходят круизы. Вот вы видите меня, я был уже на 3 круизах, практически каждый год я езжу. На них полностью компания оплачивает перелет, каюта люкс с видом на море, то есть 7 дней мы плаваем по Европе. Это Италия, Франция, Монако, Мальта, Испания, то есть самые топовые лидеры со всего мира. И любой клиент, именно активный, может начинать развиваться и, соответственно, попадать вот на такие круизы, да. На последнем круизе был президент компании, то есть это очень-очень шикарное, я вам скажу, событие, то есть когда все лидеры встречаются, тем более на одном из самых больших лайнеров мира. В общем, говорю, благодаря этой компании я объездил огромное количество стран, плаваю на круизах, полностью изменил свою жизнь кардинально, хотя до этого не имел ничего этого и близко. И самое главное, конечно, это команда. Быть лидером значит быть первым. Это наш лозунг. То есть мы лично помогаем вам с развитием, обучаем вас, даем вам четкий вектор и план, как нужно действовать, что нужно делать, как работать с вашими клиентами, и тогда у вас будет все получаться. Ведь самое главное — это попасть к профессиональному спонсору. Самое главное — это работать в сильной команде. Самое главное — ставить себе действительно правильные задачи и их реализовывать. Именно команда позволяет это делать, именно правильный вектор развития позволяет это делать, потому что если мы хотим построить дом с кривым чертежом, мы никогда его не построим. Поэтому, дорогие коллеги, этот бизнес когда-то изменил мою жизнь, надеюсь, он изменит и вашу. Начинайте строить бизнес вместе с Global Intergold, зарабатывайте реальные деньги и золото, стройте бизнес честно, легально, в самой надежной компании, которая есть сегодня. Для меня была огромная честь все вам это рассказать. Примите действительно достойное, верное решение, зарабатывайте деньги из золота. А с вами был Марк Марцинковский. Всем всего хорошего, пока.